Фармакологическое действие. Препарат повышает половое влечение и удовлетворенность половым актом. Регулярное применение препарата способствует повышению содержания тестостерона в сыворотке при умеренно сниженном исходном уровне. Показания. Импаза показана к применению у взрослых. Нарушение эрекции, эректильная дисфункция различного происхождения. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Дефицит лактазы. Непереносимость лактозы. Глюкозо-галактозная мальабсорбция. Способ применения и дозы. Риска не предназначена для деления таблетки на части. На один прием – одну таблетку. Держать во рту до полного рассасывания. Не во время приема пищи. Для улучшения эрекции, способности к половому акту, рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. По одной таблетке 1-2 раза в день. При необходимости курсовую терапию можно повторить через 3-6 месяцев. Особые указания. В состав препарата входит лактоза-моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с рожденной галактоземией, синдромом малиабсорбции глюкозы или галактозы, либо с врожденной лактазной недостаточностью. Побочные действия. Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов. В недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не применять по истечению срока годности.